Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого, и я продолжаю на уровне сложности божества знакомиться с новой цивилизацией, с новым патчем, с новым обновлением в Sid Meier's Civilization 6 Gathering Storm. Если вы случайно наткнулись на это видео, то переходите, пожалуйста, к первой серии, ссылка есть в описании. Всем остальным приятного продолжения просмотра. Давайте дозахватываем зулусов ради алюминия и накажем американцев за то, что они тут, за то, что они вообще есть, просто вот так сурово. Так, давайте этого я, наверное, апну. Следующим ходом булавая пойдет. Окей, так, тут отваливаются города. Минус 14, минус 14. Да, тут явно минус будет в Кёнджу. Интересно, а тут заменилось? То есть я не строил этот водяную мельницу уникальную? Да, просто тут была уже построена водяная мельница, очевидно, корейцами. И она просто заменилась на этот палбум. Так, банк. Паровой двигатель. Ну, не знаю, давайте шпиона построим. Это у нас будет третий. В Оттаве ищем источники. Да, я уже всех тут встретил. Я, наверное, на автомат тогда поставлю просто этого парня. Пускай следует как хочет. Конечно, прикольно, что второй Хаммурапи у нас имеется, и у него куча культуры. А, куча науки. Перебрасываем машинку туда, чтобы танчики быстрее лечились и быстрее перемещались. Один заряд. Я, наверное, лучше тогда камень обработаю. Бомбардировщик. Блин, может уже объявить войну Колумбии? Хотя, с другой стороны, он меня не... А нет, осуждал. Или дождаться, когда Маракайба отвалится и его захватить. Давайте дождемся. Или перебросить на этот аэропорт. Колонны транспорта. Ну, я две штуки их построил. Я думаю, хватит. Инвестиции в промышленную зону точно не надо. Торговец тоже не надо, потому что я этого пропущу. Не знаю, ну что, по фестивалям тогда? Или еще парочку современных танков? Ну, чтобы корпуса сделать. Ну ладно, давайте. Тут нечего строить просто. Мне уже реально нечего строить. Так, а тут... Думал, стены, но, слушайте, явно они уже не смогут захватить ничего. Ой, а может, мне тут надо было промышленную зону? Мне тут надо было... Неправильно. Так, зоопарк достроим. Кстати, там, по идее, уже должен повышаться уровень моря. Нет. Ну, смотрите, не только я уже палю. Ну, конечно, основной вклад мой. Несомненно. Ну-ка, как сейчас
В Рапикуме будет 160 практически производства. Зашибись. И это с 55 наукой. Да. Вообще не имба. Абсолютно средняя цивилизация. Можно не банить, я думаю, в сетевых. Вполне норм. Там на том континенте войны. Опа. Пингалу выгнали. Ну, кстати, пингалы пофигу. У меня тут Магнус самый прокачанный. Наверное, не буду ничего менять. Блин, почему эта клетка Кумгулду... Умгунг... Вот к этому городу относится. Что это за прикол? Вообще охренеть. Блин. Может мне этот уничтожить город? Центр коммерции, военный лагерь. Ну какой-то... Ну какой-то говняный. Не знаю. Ладно, оставлю. Так, эти монумент. Рынок сначала отремонтируем. Так, кого нам тут художника накопилось? Отлично. Так, ну Магнуса мы прокачали. Кого бы мне еще? Ну, давайте последнего... Не, знаете, я бы подождал все-таки уже наступление следующей эпохи, чтобы очки получить. Так, союз с Китаем и с Минеликом. Ну, я бы продолжил. Я бы продолжил. Ага. Эфиопия не хочет. Интересно, почему? Претензии от других игроков. Ну, Китай хочет. Ну, с Китаем продолжим. Давайте экономически. Интересно, хорошо, я не могу продолжить сейчас культурный с Эфиопом. Влияет ли это на мои города? Давайте глянем. Это как бы тут развитые. Ну, вообще 9,1 это благодаря золоту. Ну, хотя у него... У него... Нормальный век, да, наверное, все-таки нормально будет. Даже если он золотой выйдет, мы тут вытерпим. Ну, отправляем в Китай, очевидно. Хотя все равно даже с прекращенным союзом больше денег дают Аддис-Абебские города. Но тут еду с производством будут давать, поэтому... Поэтому в Китай. Так, где у нас художественные? Там и в Титуле. Давайте сюда перебросим. Самолетики пока стоят.
парочка танчиков еще. Блин, да что ж я там кавалерию все? Ну как? Блин, брател, что ж ты меня осуждаешь? Ты ж смотрюсь в тебя как в зеркало. Некрасиво, я считаю, со стороны братишки. Ну, вот новое время, только тут, по идее, сейчас должны появляться бипланы. Так, железную дорогу сейчас буду строить. Ну и броненосец, опять же, мне пока негде получить. О, канализацию это было отлично. Наконец-то заработали шпионы. Мне бы еще прокачать их на как раз воровство. Все нормально. Нормально. Все окей. Так. Может, таки к оружию брать? Ну, тут два варианта. Либо к оружию, либо реформа денежного обращения. Но я думаю, что мне деньги не так нужны. А вот к оружию вполне норм. Так, вот теперь можно мокшу, во-первых, взять. И давайте, наверное, какой у нас там город из корейских побольше. Довольство 17, жилье. Так, в Кёнджу. Пион построен. Ну, давайте еще современный танк. А, кстати, я могу уже... Не, ну, мне нет смысла корпус строить, потому что я не могу армию сделать. Вообще, я тут хотел... Подожди, где у меня тут... Вот. Археолог. Мне надо вот здесь... убрать и там ставить аэропорт. Будем стоять в ожидании захвата. Давайте прям к Хаммурапи и отправим. К брателе. Шпиончике. Так, лечимся. Тут надо бы засветить Умгундулу. Он, мне кажется... Не, должен долететь, наверное, бомбардировщик, да. Ну что, захватывается? Захватывается. Я бы на самом деле вот как раз Умгундулву уничтожил. От Булавая переда. Наверное, так и сделаем. В Булавае передаем клеточку, покупаем строителя. Ну и надо зулусов до этого. Хотя я могу захватить Улунди, потом вот эти города американцы. Этот опять же чисто по лояльности отвалится. Как сейчас происходит с городами корейца. Три хода. Мы, наверное, в Булавае перебросим сколько он клеток? На 10? Раз... Блин, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, да. Дотягивается. Вопрос, дотянется ли отсюда бомбардировщик в Булавае? К сожалению, нет. Мне надо два бомбардировщика, конечно. Там одним будет очень долго.
Может заключить мир? Скорее. Не, ну может на всякий случай этот Санджу. Ладно, пока не буду. Так, что дальше? Электричество? Ну, давайте электричество. Не появляется там еще ученый, который все открывает? О! Озарение для ракетостроения. Естественно, берем. Этот парень нам космопорты позволит строить. О, у него уже уран есть. Не, давай Франкенштейна мы тебе не дадим, но в принципе, раз ты готов торговать, давай. О. Блин, готов прям аж весь уран отдать за дипломатические очки. Что-то вроде правили в патче, что они меньше будут на эти дипломатические очки вестись, но это ж не дело. Почему он 32 урана готов за сколько вообще отдать? Да что такое? За 16 дипломатических очков. Не знаю. Очень выгодная сделка, видимо, по его мнению. То есть он весь свой уран, который у него был, отдал. О, боже. Ну давайте, кто там вступит в этот, я думаю, Колумбия какая. Ну, могут с другого континента, конечно, вступить ребята, но это вообще бессмысленно будет. Нет, не принято. Только Сандока голосовала. Доход от мародерства, стоимость поселенцев. Пожалуй, оставим. А у меня тут не открылось на кавалерию промышленной? Нет, не открылось. Так, этого пропускаем. Во-первых, я забыл строить железную дорогу. А во-вторых, вот этот парень мне нужен. Хочу искусственный спутник запустить. Еще и каменолом не плюс дают. Так. В Рапикуме, где мы строим космопорт. Блин, я бы вот эту клетку передал, но я не могу... Знаете, давайте, наверное, мы заключим мир скорее, потому что я не могу клетку передать иначе. А я думаю, ей все равно хана. Давай ты нам еще все... А, не хочется эти деньги отдавать. Какая цаца. Города все поотваливаются. Так, значит, передаем вот эту клетку, строим космопорт. Смотрим, в каких городах у меня самое большое производство. Мы уже... Так,
Хорошо, подождите. Я хотел еще тут сначала аэропорт сделать. Аэродром. Нужны ли мне эти юниты вообще? Хотя до пехотинцев повышаются, с другой стороны. Ладно, пускай пока постоит. Вот этого перебросить надо в Булаваю. Да, мне нужен как-то... Есть, отлично. Блин, тут повышение появилось. Ладно, пока стоим тогда. Да блин. А как тут у городов рост есть? Ну, ладно, давайте на производство. Вообще, должен сесть губернатор, но еще 4 хода. А тут... 2 хода, ладно, давайте тоже пока чисто на рост. Так, продолжаем тырить техи. Навигация по звездам. А, стоп, навигация по звездам. Фигня. Слушайте, блин. Прям жалко даже тратить на это шпиона на самом деле. Так, давайте пока хотя бы на один уровень прокачаем. Мне нужна карточка, которая как-нибудь повышает моих шпионов. Да никуда мне тут посылать. О, уже минус 17 у меня дипломатических очков. Некуда мне посылать послов. Да-да. Осуди меня полностью. Я еще помню, как ты ко мне в античности приезжал, качок мускулистый. Ля. 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 Надо еще как-то пофиксить. Вот тоже, почему нельзя, например, я отвечаю цивилизации, я не буду торговать никакими шедеврами, и все, они больше ко мне не обращаются с этим. Туризм от шедевров этого типа удваивается. Давайте вот артефактов. Ну, я бы за себя, чтобы лояльность повыше была. 2 очка дипломатической победы я. Ну и всемирную выставку всегда готов провести. Смотрим. Туризм удваивается от героической реликвии, которых у меня нету. Но я не удивлен, у них там 12 человек с этой реликвией. 20% прироста за Саладина. 2 очка дипломатической победы американцу. И всемирная выставка принята. Так, давайте мы проверим. Так, пригороды можно строить. На улучшение юнитов, опять же. Ну, пока пригороды. Я, наверное, пока все еще ничего менять не буду. Проверка дипломатической победы. Не, без шансов. Так, что тут новое? 3 единицы нефти вход, ваши торговые пути будут 2 золота за каждое стратегическое в городе назначение. В принципе, ничего такое. А вот, кстати, новый Шах Джахан. Он такой немножко непонятный, конечно, чувачок. Ну, наймем этого торговца. Да, лучше, чем следующий, это точно. В смысле дефицит энергии? У меня вон угля немерено. Кстати, давайте уголек еще добудем. Смотри, какой неугомонный тут зулус умирать хочет.
Да, блин, было же нарисовано, что убьет. Ой. Слушайте, уже 98. А что это он тут сделал такое? Ну и догоняют меня потихоньку. Ну, это все такое. Так, давайте глянем, где мне космопорты. В Рапикуме это само собой. 174, 65, 91 Тутуль, 97 Каркар, 96 Вавилон, 96 Эшнуна. Так, Вавилон, Эшнуна, Каркар, Тутуль. Названия такие прикольные. Тутуль. Тутуль. Так, ну тут надо аэродром сначала. В Эшнуне и в Вавилоне танчики достанут. Вот в Каркаре, в принципе... Да, вот здесь, на месте этого леса, я уже не буду дожидаться вырубки. Давайте строить. Так, стоим, ждем. Так, в Тутуле, вот тут, наверное, на в пустыне. Построим космопорт. Наверное, сразу в очередь его. Добавлю. Так, давайте думать в Вавилоне. В Вавилоне, к сожалению, реально все занято. Наверное, вот сюда космопорт. Соответственно, нам нужен рабочий. Вырубить все. В Эшнуне. Блин, вот в Эшнуне вообще, может быть, места не будет. А, не, есть. Ну, вот сюда, где рис. Это изи. Чё я решил, что не будет места? Не так уж и много у меня холмов тут. На самом деле. Так, тоже рабочего купим. Больше шпионов не могу, нет, 3 из 3. Банк завершили, тут космопорты мы не будем строить. Канализации нет, тут жилья дофига. Наверное, давайте рабочего еще. А театралочку тут куда-нибудь можно забубенить? Ну, такая театра... Хорошо, а с чудесами что? Эрмитаж. Вообще могу сюда Эрмитаж, а сюда театралку тогда. Давайте сделаем. И тогда строителя здесь. Канализация растет. Давайте канализацию, чтобы... Потом... Нет, подождите, давайте лучше... Пригород. Пригород. Потом... Вообще там был на плюс 6, я просто не видел, что там... Форт стоит. Потом... Угольную. Так, а что нам дают за всемирную выставку, если мы в ней победим? Очко дипломатической победы и 100 очков великих людей. Вообще всем. Ну, всем великим людям 100 очков.
Вообще, ничего такое. Это тоже дает 50 единиц мирового влияния и ускорение двух социальных институтов. Вообще стоит поучаствовать, на самом деле. Первое место, ничего такое. Будут каждый ход с меня требовать шедевры. А я не хочу, я хочу их себе. Я хочу сам сидеть тихонечко ночью под одеялком. Читать. Это где вообще? Это где-то... Да, у меня. Булава ее. Читать книжку под одеялком. Центр коммерции поломали. Ой, Санджу. Ой, Чинджу отвалилась. Чучхон сейчас отвалится следующим ходом. Блин, а вот она ко мне будет присоединяться. Я могу его уничтожить? Интересно. Вот, кстати, чего не помню, того не помню. О, у меня прекратил штраф быть. Отлично. Блин, я могу наконец составить промышленное средневековье. Средневековье. О. Е. Так. Есть. А тут почему не сложилось сандок? А, блин, все три сандок. Ну, тут зато тематический бонус. Отлично. Культурное наследие ускорили. Так, Пенгалу. Возвращаем в столицу. Так, тут мы один ход подождем. Тут придется дольше ждать, поэтому давайте что-нибудь построим. Канализацию, кстати, можно построить. Там, правда, вернется количество жилья, когда сядет губернатор, но все равно мало. Так, смотрим. Производство еще где-нибудь требуется выбрать в Пусане. Канализация. Пускай в рост. Ну и пригород, в принципе. Во, есть на 6. Давайте. Мне там, по-моему, где-то требуется потрясающе престижный пригород. Или я уже открыл эту фигню? По-моему, здесь требовалось. Нет, археологический музей. Вот, в охране природы. Да, открыл уже. Соединение железной дорогой. 2 очка к счету эпохи. Но я проведу через всю свою империю. Почему нет? Уголь есть. Пшеницу сделать везде. И еще один современный. Так, 3 современных танка у меня есть, то есть у меня 3 корпуса сейчас будет. Для ускорения мобилизации, собственно. Жаль, никак человекоподобных роботов не ускорить.
You have proved a reliable partner. Я бы просто этих... Слушайте, а уран тоже никак не ускорить, кроме как... А, три армии или армады? Во. Отлично. Да, ну это, конечно, фигню я полную спёр, мне она абсолютно не нужна никак. Конечно. Ну, ладно, прокачал до последнего уровня шпиона. А тут прокачал... Во, хищение технологий. Отлично. Так, и тут у нас шпион до третьего. Давайте хищение технологий. Ладно, давайте подрыв плотины. Возьмем. Я бы у кого-нибудь угля накупил. На всякий случай про запас. Вот Сулейман, например, хочешь... кучу угля продать. Вот я за все свое мировое влияние. Нормально. Так, у меня там три шоколада лишних. Надо бы поторговать. И... Так, у меня еще сахар, я смотрю. Серебро. Ну. Киты. Ля. Нет, что-то дорого он хочет. О, мед у Кри есть. Ух ты, он прям хочет даже заплатить очень много. Отлично. Блин, прикольно, что Зоус поставил коммерческий район на пшеницу. Что странно. А давайте ветряки лучше делать. Какая мне эта пшеница там? О, слушайте, вот тут у меня еще уголь есть. Вот его надо обработать. Так, следующим ходом мобилизацию ускорим. Давайте СМИ пока открывать. Что оно как раз ускорено за счет радио. А, здесь я вот под Эрмитаж хотел убрать все. Здесь мы убираем рис и ставим космопорт. Так. Я думаю, мне 4 космопорта выше крыши. Тут еще один ход построить. Потому что мне 2 хода здесь надо. Ну, давайте строители. Здесь пропустим. Так, где-нибудь еще надо производство выбирать? Вроде нет. Блин, за счет чего такая сила появилась у Зоуса, не пойму. Даже, по-моему, сталеварение не дает такую защиту. Все хочет отдать за мир. Что-то предчувствует. И этот хочет мир.
Не, ребята. Железный капут настанет вам всем. Мобилизацию ускорим. Давайте сначала ее все-таки откроем. Хочу уже корпуса строить. Один ход отложим. Тут собираем Эрмитаж, ставим. Так, проверяем. Этот ученый, ладно. Может мне проекты почитать научные в плане, чтобы очки ученых поднакопить? Потому что я ж не выкуплю. Если понадобится, это столько денег стоит, что с ума сойти. Мне кажется, стоит проекты почитать. О, блин, я тут даже все обработал. Ладно, пойду пока сюда. Тут все обработано. Так, тут один заряд. Тут тоже один. Сделаем тут по лесопилке, наверное. Нечего похищать. Хорошо, что он тут умеет. Диверсия на производстве и подрыв плотины. Тогда подрыв плотины. Блин, а у кого больше всего? У Сулеймана. Все равно отстает на 9. Я офигею. Так, Сулейман, Канада и Галы. Ну и Рим тоже. К ним надо пересаживать. Ну, Канада, у Канады как раз я и сижу. Баллистику, да, я там начал воровать. Улучшенная баллистика, ну фигня же. Нафига она мне? Так, больше я не могу шпионов сделать? Нет. Так, тут мы один ход ждем. Еще где-нибудь производство надо? Не знаю, мне вот постоянно пишут, типа... Вот, надоело, что ты побеждаешь наукой. Ребята, это просто самая быстрая победа. Вот и все. Вот и все. Если бы они сделали Фераксис равнозначными другие победы, пожалуйста, я бы с удовольствием по-разному играл. Но религии просто муторно. Ну, точнее, я так считаю, что на божестве против 20 цивилизаций, на 20 цивилизаций, просто нереально победить. Религии. Давайте промышленную зону. Культура через жопу сделанная. Там просто... Ну, ты, на самом деле можно победить культурой. Но это так... Да у меня есть, что я рассказываю. У меня есть на канале на божестве победы культуры. Но это такая муторная хрень. Сколько этого микроконтроля? Зачем? Вот ради чего? Если вы не верите, что я могу победить, то поверьте, я могу.
Да просто вот научная победа самая быстрая, вот и все. Я даже думаю, что я здесь могу полностью весь континент, если бы я поставил себе такой цель. Но вы представьте, что я просто сижу и вот двигаю этими самолетиками, захватываю города. И вы прекрасно понимаете, что я могу их захватить. Вам это интересно смотреть? Разве будет? Это тупо вопрос времени, пока все эти юниты подвинутся и... О, Льянера там. Корпуса Льянера. Юниты пока подвигаются и переместятся куда угодно. In order to rally people, governments need enemies. If they do... надо ли мне содержание юнитов ставить? Я думаю, нет. Так, музыкант. О, 100% космическая гонка, о чем я и говорил. Ну, я думаю, что надо проекты читать. Где у меня есть... По-моему, только три города, да? С кампусом. Все еще 60 науки. 60 науки и первый по науке. Клево. Блин, а что я тут? Блин. Серьезно, не могу проехать? Ну тогда апну бомбардировщик. Тут добью. Я, конечно, понимаю, что тут река, но обычно этого хватает. Что, я буду пересекать реку и потеряю ходы? Да, что-то Лунди тяжеловато. Ну тут, конечно, труднопроходимая местность, ничего не скажу. Да господи. Да куд... О, Маракайба отвалилась. Так, слушайте, так... Мне, наверное, надо идти его захватывать. Что я тут... Мну. Сищу. Так, не буду под удары подставляться. Никуда не хочу отправить. О! Завершился. Блин, два хода искусственный спутник даже. Ну, 160 производства, я хочу вам сказать, это охренеть. Я раскачал. Чэньчжу. Чучхон. И Маракайбу. Маракайбу я бы захватил и себе оставил. А Чэньчжу и Чучхон мне не нужны. Здесь еще Санджу когда-нибудь отвалится. Почему-то не отваливается.
Гильгамеш, мир с Колумбией. Скорее бы спутник запустить, интересно посмотреть, как люди живут в разных странах. Кого он захватил? Да господи. The effect of the mass media is not to elicit belief, but to maintain the apparatus. Наверное, не буду. Сейчас, конечно, гляну, насколько много у меня усталости от войны. Надо это смотреть по самому большому городу. Потому что в нем в первую очередь усталость от войны вообще нету, так что не буду ничего менять. Стоим дальше. Ну, наверное, пора Пингалу на гранты повышать. И космическую гонку. Кстати. Так, время у Лунди. А вот у Лунди отваливается. Ну, надо кого-то в Лунди пересадить. Может, Виктора? Как у нас тут в Тутуле? И так все, например. Да, можно Виктора, я думаю. Все равно, кстати, минус 2 будет. Но я думаю, что я сейчас тут дозахватываю остальные города. Так, нам тут, очевидно, нужен караванчик. Так у него там коммерческого района почему-то нету. Так, гавань есть. Пора покупать броненосец. Так, как я, что я могу тут еще ускорить? Мне надо, во-первых, 3 армии, да? То есть мне надо еще танчики. Так, 2 мазутные электростанции мне не особо нужны. Все, все. А, еще формы. Ну, это такое. Так, все остальное... Еще глобализация. А, кстати, робототехника это через глобализацию у нас. Так, давайте мы откроем, значит, коммунизм и прямиком в глобализацию за человекоподобными роботами. Уран как-нибудь вообще могу, да, 3 армии или армады, могу. Так, значит, во-первых, я покупаю броненосец. Арта, лесопилка и везде появляются стены. Так, сделаем. О, тут какая-то новая карточка. А, просто... О, заменилось там вместо... Не знаю, содержание юнитов. Неохота ставить. Угля у меня все еще дофига. Уничтожение юнитов прошлых эпох дает золото. Да зачем мне золото дофига? Зачем мне это? Даже не знаю. Давайте логистику быстрее... Двигаться будем. Так, а что-то этот город голодает у нас. Нехорошо. Давайте
А к кому вот эта клетка относится? Что это? Это этому городу нужна? Конечно, еще вот эту давайте выкупим. Так, но все равно еды мало. А, вот тут, наверное, рис был. Давайте вот эту еще дадим. Все, норм. Ну, могу во рту проапгрейдить, конечно, но... Смысл уже бессмысленный. Ой, блин, танки хотел купить же. Надо ж эти армии сделать. Корея выкупил юниты у Кахоки. Последние... Ну, нанял юнитов Кахоки. Последний шанс отбить все эти города. Ну, там без шансов вообще-то. Giovanna, desirous of obtaining beauty, quickly entered into the water. Все чудеса открываем, потому что спутник запущен. Галапагосские острова, глаз Сахары, Эверест. Спутник улетел. Да, блин, ну харе, ну что такое? Ну почему ты убиваешь шпионов постоянно? Ну это нечестно. Это просто нечестно. Так, как у нас там? С тем ученым на 100%. 21 тысяча, либо 14 тысяч. Блин, эти тоже проекты крутят. Нафига вот Кри 100%? Вообще, где Кри? О, тут меня уже догоняют потихоньку. Блин, Кри... Кри в новом времени. Нафига ему этот ученый? Вообще нечестно, я считаю. Нет, не захватывается. Пока стоим тогда. Стоит ли тут обрабатывать под вулканом? Я думаю, что нет. Я думаю, что нет. Так. Ну что, Новый Орлеан сначала захватывать будем. Давайте мы тут как раз... купим танки. Раз... два... Блин, надо было туда сайт купить, он бы там появился. Три. Дальше. Давайте засветим. А, блин, доступно повышение. Ну тогда повысим. И перебросим самолеты на аэропорт. Мне кажется, что я над Венгу... Хотя, ну, мне надо сначала вот эти города забирать, чтобы лояльность не сильно давила. А я знаю, почему Санжу перестал отпадать, потому что он столицей стал. Пиу! Куда поселенец поехал? Ну, если, наверное, вот это прокачаем, если на родной территории, то повышается на один уровень.
Блин, опять тут нечего похищать. Ну, к атаманам пересадим. Видимо, я помню, что они там на втором месте были. Так, больше пока я не могу ничего тут запускать. Делаем шпиона. Но я этого инженера пропущу. Мне бы вот этого ученого, конечно, забрать. Но, кстати, в моем случае не самый важный шпион. Зачем мне 100% к тому, что я не могу делать? Это даже открыть пока не могу. Поэтому, ну, так себе. Так, а что тут уже все обработано? Этого сюда можно... Сколько там? Два заряда. Тут обработает, тут обработает. Тут уже... Нечего делать рабочими, откровенно. Опять у меня моя осужда. Так, когда там эти ко мне присоединятся? 6 ходов. А вот, кстати, новый город-государство. Что-то я его пропустил. Ну, это сейчас открылось благодаря спутнику. Города получают плюс одно производство за каждый улучшенный тип ресурса. Слушайте, ну это прям да. Мне надо его засюзеренить. Я даже не буду использовать сейчас. Давайте глянем просто, мне интересно. Вот 167... 119, 107. 167. Ладно, видимо, обновиться следующим ходом надо будет смотреть. Почему-то теперь к шумеру больше. А, кстати, карту посмотрим, что-то я продолжаю играть. Ну вот шумер. Вот реально, почему шумер перся на меня через Китай? И скорее воевал. Очень странно. Колумбия, конечно, интересная территория. Ну слушайте, вот смотрите, из всех цивилизаций у меня самая лучшая территория, но еще Корея. Вот на моем континенте просто у всех остальных какая-то плоская фигня. У Колумбии... Ну, вообще у Колумбии обычно такой старт и есть. Шумер плоский весь, да? Америка, смотрите, какая плоская. Континент побольше. Давайте посмотрим, где Бразилию распилили. Вот, Ресифи, Манаус, Рио-де-Жанейро. Вот тут была Бразилия. Короче, Вавилон... И Византия распилили Бразилию между собой. Библ, наверное, это финикийский город. Или все-таки римский. Видите, отваливается потихонечку. Майя тут так себе. Ну, канадский старт обычный. Ну, тут галлы. Еще и мост Золотые Ворота строят между концами своей империи. Не, ничего, красиво, красиво. Мне в этот раз понравилось, как сгенерировались континенты. Еще тут такой, видите, островок посреди океана. Жалко, никто не заселил.
Давайте-ка, наверное, переведем этих этого сюда, а этого сюда, да. Так, я сейчас открою уран, кстати, у себя. Если он, конечно, у меня есть. Судя по всему, дофига. Раз уран. Два уран сразу добывается. Три уран. Так, мне, во-первых... Вот это... Ну, я по-моему, куда, как раз сюда идет. Поселенец. Строитель, точнее. Так, и здесь нам нужен строитель. И мне осталось, в общем-то, открыть огромного боевого робота. И я начну всех нагибать. Наконец-то, до этого, видите, я никак не могу никого нагнуть. Всего лишь 120-й ход. Я так никого и не нагнул. Ну, главное, мы сами не нагнулись. Нас никто не нагнул, я так считаю. Так, себе возвращаем. В рапикум. Будь здорова. Будь здорова. Ничего не меняемся. Ну вот шпионов убивают частенько. Вот это, конечно, проблема. То есть мне надо как-то через ученых. Конечно, пусть богатеют мои города. У зулусов морской порт, гидроэлектро... Ну, гидроэлектростанция, кстати, можно построить на этих, на дамбах. Ну, может, внутри себя, кстати, посылать уже. Что там... мучиться. Не пора ли нам... О, Дзядун отвалился. А нужен ли он мне? Я бы его, кстати, захватил и снес. Между прочим. И выкупил эти клетки. Они как раз моим тем городам мешают развиваться. Он может другой город, конечно, поставить, но... Клетки выкуплены, ты уже ничего не сделаешь. Блин, как кирасир может выжить от удара армии современных танков? Что это за фигня?
Че, он тут сильно отваливается? Ну, вообще сильно. Ладно, сохраню пока. Я просто четверть континента захвачу. Так, этот в контрразведку, в космопорт садится. Этот отправляется тырить. Так, я отправил к туркам. В Канаде меня убили. Давайте в Рим. Куда-то Зулус плыл расселяться. Хотя, как у нас со счастьем? Может, поторговать? Я плюс один осмотрю. Так, три сахара у меня. Два янтаря. Мрамор, ну-ка. И гипс у меня точно нету. Мрамор, гипс, вино на шоколад, сахар, янтарь. Очень хорошая сделка, мне нравится. Так, пока хватит торговли. Вот это я понимаю, компьютеры. Хотя компьютеры херня мне не нужны абсолютно. Две мазутные электростанции. Ну, мне надо просто всегда строить шпионов, когда их у меня убивают. И продолжать. Так, что тут у нас? Ну, я не хочу этого инженера брать, я его пропущу. Канализация, да, канализация надо. Канализацию и театральную площадь сюда. Ну, дальше пойдем. Давайте, блин, не знаю, кибернетику. Да, уж, конечно, делать в конце игры без компусов не очень понятно. Что-то не хочется так пригород тут ставить. У меня так, такое тут везде производство замечательное. Была бы клетка с едой, я бы, может, там и поставил. Поэтому пока канализацию. Ну, у меня тут плюс по еще урану идет. Приятный. Да хватит у меня шедевры требовать. It has been demonstrated that no system, not even the most inhuman, can continue to exist without an ideology. Ну, шпион нам нужен. Соседство... А, нет. Соседство кампуса и промышленной зоны тоже нужно. Так, в Рапикуме шпиона сделаем.
Это уже 4, да? Так, тут все обработано, все клетки обработаны, все клетки в Маракайбо что? О, есть. Есть поле для деятельности. Два камня. И все. Ну, сюда надо перебрасывать, только диадум захвачу. Что-нибудь сделаем. Льянера, так понимаю, стоит, ждет, когда я сам захвачу, да, Диадум? Или для него специально ухудшу его? Почему у Чарльзона такая... большая сила. Не пойму. Ладно, я тут пехотинцем захвачу, я его уничтожу. Как классно дипломатический квартал построен. Просто максимальные бонусы от всего получает американец. Кстати, а я же там в дипломатическом квартале еще какой-то район должен быть. Где он вообще открывается? А может, типа, с третьим, когда будет третье правительство открыто, тогда этот появится. Блин, знаете, они, конечно, в моем случае бессмысленно, но мне очень хочется построить морские курорты рядом с Мертвым морем. Просто, это просто красиво. В конце концов, это красиво. Блин, а я мог, наверное... Блин, я мог этими истребителями добить этот Чарльстон и забрать. Ладно. Блин, 92 науки. 92 науки, но в человекоподобных роботах я буду первым. А нет. Не, почему? Наверное, все-таки первым. Кстати, вот по науке тут, по культуре галлы и китаец впереди. Необработаны бананчики. Да, опять в золотой век выйду. Хватит требовать с меня шедевры. Пожалуйста. Прекратите. Stop it. Что там по науке? У Сулеймана 406. Фига себе Сулеймана, конечно. Вообще надо к нему все отправлять. У него явно есть что потырить. Ой, кажется, на этом закончу серию. Продолжение завтра. Спонсоры могут попытаться уже найти во вкладке сообщества продолжение. Спасибо им за поддержку. На этом все. Играйте в умные игры. Всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео.
Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях, а также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!